Пахлаван забираешь кислотную, которая вторая вылезет, будешь держать печеньки спиной к рейду. Все мелики станут в одну точку. РДшники, третья пати ромб, четвертая пати трусы, пятая пати луна. На кого кидается дебаф, если касается РДшников из любой пачки, прибегайте в луну на разморозку. Юй будет подбегать вас размораживать в трусах. Ну, не в трусах, а в луне, извиняюсь. Если мелики, мелики остаются, бьют босса, тоже Юй подбежит разморозить. Дальше. Дальше. Они закапываются, черви, в идеале это будет один червяк. Закапываются. РДшники набирают рейндж. По пати я скажу, какое пойдет бить. Но всегда первая пати бьет слева, вторая пати бьет справа от босса. Когда сказал набрать ренжу, набрали ренжу. Набрали ренжу. И продолжаете бить босса. На кого кинулся дебаф, кто может снять, снимает дебаф. Также свои прожимки не забывайте. И будет мастер сакра, либо айсбаунд. Далее червяк закапывается, выкапывается. Все бьют его только в бок. Под лицом никто не стоит. Будет танчить Юи. Первая пати опять же бьет слева, вторая пати бьет справа. Потом выходит ледяной рев. Все находятся близко под боссом. Мы будем бить босса либо в квадратике, либо в кресту. В одном из этих, в одной из этих меток. Также всех будет касаться хантов, локов. Убираете все петов. Обязательно. Когда добиваем огненную, убираете уже все петов. Маги не изают. Не изают копии, потому что тоже врезается в копии. Как это будет происходить? Мы будем, допустим, здесь бить, все встали в одну точку, босс разгоняется. Мы все убегаем либо вправо, либо влево. Никто никогда не бежит вот так, вперед. Либо вправо, либо влево. И вы все должны встать вот в этот пилар, чтобы никто не улетал ни сюда, ни сюда. Потому что найдется человек, который побежит вот, вот так вот в пилар, и в него врежется просто ледяной рев. Поэтому убегайте все. Право-влево. Ренессансом обой заходить. Далее. Он врезается. У нас будет три врезания. Сейчас почему-то три, не четыре. И все. Также бета-тестер с тебя будет тотем от сил природы. Потому что ты единственный шаман. И Гера на червяках. Все по ССам, по ССам. Джанг закинет СС. Джанг закинет СС на Ону, а Эмобой закинет на темнеющую. Да, на темнеющую. Так, Эмобой, Ренессанс, заходите. Да, сейчас у меня VPN чуть залагал, сейчас его перебутнул и уже захожу. Эмобой, ты тут? Так, ладно, Эмобой не тут. Возьмем кого-нибудь другого. Он в листе пишет, что он зайти там что-то не может. Ну, пока на замену кину. Вместо него возьмем еще одного БР. Изморский, заходи в рейд. Почему не закину тебя в пати в Пахлавану? Потому что там... Блядь, а кто ж там так наделал-то? Зачем танков поразделяли? Я ж, блядь, поназначал, кто как бьет. Все нормально было. Хлаван, убери урк. Сделайся кем-нибудь. Все. Не выебывайтесь, этот. Короче, будет так, как надо. Я ж специально расставил пати мили и РДД пачки, чтобы были. Вы, блядь, портите все. Ну, заходи, Пахлаван, и будем начинать. Из-за... Поставьте шкаф за Смонти из Морска. Он сейчас перестанет быть орком по-любому. Будет красавчиков тогда. Так, Эмобой тебя не выкинет? Сейчас Пахлаван не зайдет. Ну тогда из Морски выбеги обратно на этого босса, а Эмбой в рейд. Выбеги просто из этого.
Да, и трапы, кстати, ханты, это вас всех касается. Не кидайте на ледяном реве, потому что они в трап, он тоже в трапы врезается. У нас было. Так, я закинул Джанку, МКшку. Мне кто-нибудь закиньте. Также все пейте ДДшные фласки, и масло должно быть у всех, обязательно. Следующего КД по планам выдавать ДДшный класс. Ну что, Пахлаван, заходишь, да нет, блин, ну ждать тоже одного человека. А тебе надо. Ну это по планам, как пойдет, посмотрим. Ну сейчас, кстати, буревестник. Джабарей, кто такой? А, это Эмобой, все. Так, Пахлаван вообще в дисе. Блять, ну без него начинать не хочется, ему проходки не будет тогда. Но, походу, придется. Ладно, давай Вакати в этого, в танка. Женя. Изморский опять забегай в рейд, потому что... Потому что семеро одного не ждут. Все, ставлю рыбу. Пейте фласки. Всех должны быть бакашные. Изморские, забегай. Или поставьте шкаф за сумонти изморского. Он подлетает. Также поставьте дживса, чтобы все починились. И реагентов все закупите сразу. Все, дживс стоит, не вижу, поставьте кто-нибудь дживс один, сбоку где-нибудь, не вижу просто где, а, все, вижу, возле рыбы, починитесь все, пожалуйста, и реагентов купите, чтобы у всех все было. Также, если кто-то падает, он должен быть сразу же ребафнут. Отбегите с этого, с дживса. Все, кушайте рыбу, ребафаетесь, ребафаемся и идем начинать. Ты ловишь кислотного. Все, я всем все начислю, не парься. Пейте все БКшные, ДДшные фласки. Враз, Кочмыга, Попхайп, что это такое, Капитан Нефть. Ону. И разбежались. Кидай обмен кому-нибудь. Все, спокойно всем. Войт, я тебе специально не даю помощника, чтобы ты не нудил. Ваня, чего не хватает? Готов. Все, все готовы. Так. Продайте вражеские фласку ДДшную. Дай Петя Войду возможность разговаривать. Будет нудить, будет идти, но больше никогда не будет говорить. Все. У меня только
Кидай мент обхайп. Кидай. С тебя 360 голды. 460 голды. Хила можно саппорт выпить. Да, хила можно саппорт. Вот, это и хотел спросить. Смотрите, босс вначале зависает, милики, аккуратно, сразу не вбивайтесь, дайте забрать Юи босса. Он зависает вначале и может кинуть тоже под себя вначале, поэтому тоже аккуратно смотрите. 3, 2, 1. Бурсты только минутные на первого босса тратите, ребят, потому что он упадет очень быстро. Вот, под боссом огонь, смотрите аккуратно, милики. По 4 стака. Гоблин появился, сразу свич нарисует гоблина. Кто может станет, и станет. Обалду я прохил. Эмма боя. Джипсин, нажми гимн на хп. Чмыга, прям в миликов забеги. Всем привет. Привет. Место есть? Подожди пока, бьем. Да, и будет, потом зайдешь. И сынешь. Босс, капитан Невсь, пройдите. Так, на ком там снова? Капитан Невсь, забеги под босса. Прям в миликов. Ты можешь под боссом кастовать в стоп-каст, если ты кастуешь. То есть ты... И обалдуй тоже. Босса. С обалдуя главное сбейте. Изморский залей по магу определённый иннер. Этого херел или что? Ну, я бурстанул нормально. Пустило, блять. По мане сел. Паша, закинь тоже иннер, пожалуйста. Слушай, блять, не кидайте ему иннеры. Кидай, кидай. Все, по меткам разошлись. Чмыги иннер дайте лучше. Чмыга, блять, ханты заебали. Так, а хуй Юй, забирай, прохиль. Юй, прохильте, все, стоп, Вань. Блять, мы не раскидали бобы, ебать. Дали Геру. Подними изморские троциуса. И ребаф его сразу. Уже подними. Вакати прохильте. Айсбаунд нажми. И масса сокру темнеющая. На кого кинуло, подбежали. В лужу. Юи. К лужу не беги сюда. Вакати прохильте. Еще массакру одну. Что с хилом, ебать, что с вами? Возможность, пожалуйста. А можно какой-то ребаф маленький хотя бы чуть-чуть? 30% у червяка. Все миллион заморозил, потому что. Набрали рыжу РДДшник. Вот дерьмо стоит. Все раз. Массакра еще одна, если есть. Пизда. Ясно. Да не, зайдите, вы уже упадите. Для начала, у нас не ДКшник танк. Не спешите врываться в кислотную, пока она не вышла. Дайте на пулу в Вакати. Он не успел забрать, а вы уже сразу срываете. Так, давай, нужно пахлавана вернуть обратно.
Пошли пока опять. Надо Пахлавана вернуть в Акате в танк. Ой, в ДДшника прыгай, Пахлаван в танк. Чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Вот и 50-50. Опачку, и все. Есть место на замену? Да, сейчас кину. Есть. Тебе что-то надо с первого босса? Мне нет. Ну, все, пока на зоне не сидит тогда. Угу. Полетели голову. Что полетели? Головы. Кинь в Ване пати еще когда-нибудь. Пати надо. Никотин, заходи, рыбу ставим заново. Все, начинаем. Продайте кто-нибудь ДДшную фласку в раз. Да, у нас ни совы, ни лема, как всегда. Никотина ком завис. Никотина ком завис. Ну, по-моему, с первого босса. А, не, ему второй кинжал нужен. С первого босса. Продайте в Раске кто-нибудь фласку, пожалуйста. В следующий раз, когда вы приходите в рейд, у вас должно быть все свое. На ДД. ДДшную. На 100 силы титана. Ну что там, никотин? Никотин. Смотри, он не завис. Зависает, когда заходишь. Нажми Alt F4 и заново зайди в этого, в WoW. Он будет очень долго Хорошо. Выходить, поэтому лучше просто запусти еще раз. Мистер Бон, зайди просто в рейд ты. Все, заходите. Бухой Сацуны, заходите. Штыка вставим, умоним и начинаем. Соня, короче, буду в канале ФК в Дискорде, если что. Хорошо. Зайдешь, скажешь. Танки Пахлаван и Юи. Пахлаван, ты тачишь кислотную в печеньке. Ну, эмобой, поставь шкаф. Или джанг. Мистер Бонда сумоним и начинаем. Он не мог разморозить, подбежать, потому что, видимо, что для харчка не было. Либо ждал харчок, либо дебафа не было. Одно из двух. Кушайте рыбу. Сняли за то, что вы умерли в ебучей луже. И напоминаю еще раз, милики не бегут размораживаться. Они остаются там, сам подбежит, вас разморозит. Просто станьте все в одну точку. Все, готовность на пул. Че, блядь? Еще не хватает. Сейчас я буду минусовать дважды, если будете спорить.
лапку и кулак дайте. Все, поехали. Разбежались также. Первый танчит Юи. Который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер... Да, ханты все на пулы отдаете во враску, когда вылазит кислотная. Но сразу не отдавайте, чтоб огненную в него не напули. Смотрите, лужа может в мили-зону прилететь, тоже не сдохнете. Идите, бейте. Но аккуратно. Идите луж, за лужей. Все, лужа в РДД нормально. Разбежались. Джипси гимн. Не, если есть. Джипси прохилить, еще могу прохилить. Про первого гоблина повесить. Об этом на бухом мастере. Сацуна закинет по Юи, Боб. По похвалану капитан не прохилите. Ренессанс. Да вы заебали, блядь, что вы делаете? Паша, дашь БР по Ренессансу. Ребаф его сразу. Дайте полный ребаф по Ренессансу. Джанг, подвигайся, чтобы тебя прохилить. Похвала на прохилить. На Ренессансе сбить надо. На Ренессансе до сих пор еще сидит, сыграйте побольше по урона по Сноблю. Мобои, пробежишься до ворот, чтобы себя сбили. По Юи Сацуне Боб закинь, Годхелп закинешь по Пахлавану, когда он... Уже можешь закинуть по Пахлавану, по Юи. Когда затанчит. Все, по Пахлавану, Боб. Не можем закинуть, все окей. Играем по полка по огненной. На пулы отдали, все по кислотной бьем. На пулы в пахлава. Подбежали все в луну, кого надо разморозить. Юи, прохильте. Заворачивай. Все. Нажми темнеющая массакру. В луне еще одну. Кислотную добили. Первая пати миликов бьет тоже по кислотной. Не, надо всем бить. Чего урона так мало? Вообще говно. Юи. Юи прохильте. РДшники набрали ранжу. Лужа. Вторая пати миликов
убежали по Хован, смотри, отверни. Под лицо никто не лезет. Массакру. Да. Что за хуйня по урону? Фига. Так, смотрим. Да, кто-то хуярил просто в другую эту. 13% нету, блядь, чешуи. Понятно. Открываем. Жуткая чешуя. Джанг, чмыга, ренессанс. У них АОЕ. Или там сильно много урона. Да, Локи АОЕ до 300 тысяч. Як. Не, вы угораете вообще реально, ребята, блядь. Пиздец. Так, ладно. Капитан Нефть, у тебя, по-моему, проходка есть. Давай сюда пока на замену. Войд, прыгай в ШПшника. Муревечник. Ну, у тебя первый босс, имею в виду, убитый. Ты же был на первых боссах с нами. Буревестника суманем. Сейчас надо урон сделать нормальный, потому что это какой-то пиздец. Еще раз, выходит кислотная. Абсолютно все играют в кислотную. Вообще урона прям... не было. О, ну, прыгни в сову еще, пожалуйста. Не, нормально. 4 хила пойдем. Вон в столу сейчас прыгнем. Выходите, вставайте, сразу будем запускать. Да, даже если много не дашь, просто прыгни в столу. Чтобы был баф на варенье. Все, заходите, подними ренессанс хики, заходите, ставлю рыбу, запускаем босса. И поставьте шкаф, засмотрите буревестник. Маш, в салу давай. Угу. Буревестника засмотрите. Из этого понятно, непонятно. Все, ешьте все рыбу, ребафайтесь, будем запускать. Готовность на пол. Все готовы, запускаю босс. Сейчас будет чуть поприятнее по урону. Ну, даже не чуть, а сильно приятнее. СС по урону залей. Еще раз напоминаю, милики не бегут размораживаться, РДшники бегут в Уну размораживаться. Дальше, выходит огненная, играем в начале по огненной. Вылазит кислотная, мгновенно свечаемся в кислотную. И этот Пахлаван, не прожимай 50 на 50 под конец, потому что у тебя боб нельзя было заценить. Все, можете бить.
Враску прохильте. Враска, подвигайся, чтобы тебя можно было прохилить. На чмыги гоблин сбить надо, обалдуя прохильте. Темнеющая под босса и сразу же потемнеющий сбиваем. На чмыги еще до сих пор не добили. Ребята, блядь, свечитесь, соболь, да все. Войд, нажми гим на хп. Какой гим? На джипси сбить. Да там был момент, когда просело много людей. Что, блядь, стоят по три человека в одной луже. Стоят. На Ренессансе. Свечную вещь гоблина. Темняющий один или зона Мангергейн? Я почти фулмен. Все равно. Чингай лучше пусть идет. Все, добиваем босса, расходимся по меткам. Юи прохил. И Санька закидывай в Юи, Боб. По хулану не надо. Задотали хорошенько огненно. Ее можете пока побить, пока не выйдет кислотная. Гера и по кислотной. Все по кислотной играют, абсолютно все. Сейчас по урону хотя бы приятнее. Нажми айсбаунд и массакру темнеющая. Разморозить нужно миликов всех. Милики бейте пока босса. Подойдите пучнее только все. Ну, размораживай Юю. Хорошо. Добить кислотные нужно. Первая пати миликов, идите огненную бейте, вторая помогайте кислотную. РДшники уже набрали рейндж. Дальше Чингай нажмет массакру, если что. Мастера урна огонь. РДшники очень много в центре, разбежались. Все, милики все убежали. Кто может снять, сняли. Массакра темнеющий. По хулан выбеги. Он удай БР по мистер Бонду, мистер Бонд пока не вставай. Возможно еще один харчок будет, рейнджу наберите. Убежали. Прохил. Блядь, ну. Вставай, мистер Бонд. Ребаф его. Так, у кого там еще есть? Паша, дай БР по Вакате. Если есть. И Вакате тоже ребаф. Ребафните Вакате. Вместе с мистером Бондом. Под жопой никто не стоит. Пахлаван, победи, будешь ловить ледяного рева. Бурстите, нужно добить, успеть. Юи, прохильте. И уже смотрите. Веди его в крестик. Все перебежали к крестику. Пахлавана прохильте. Все побежали уже в крестику. Петов убрали. Юи, подбежишь, заберешь с пахлавана. Ближе подбегите. Тотемы там уберите, вдали стоят. Тоже врезается в тотемы. Поставьте ближе к нам. Прохил все. За врезание рёва косарь минус оно. Все, все уже в крест стали. Абсолютно все в одну точку. В один крест. Фантовскую ауру поставить. Почти все вправо убегайте, там только один человек, и Лария влево убегай. И Ничхант еще один. Отлично.
Ты так, кто это был? Короче, будет три врезания. После третьего врезания можно будет диваны отдать. Сацуны, что закинешь? Хики, Вакати закинешь. Атроциусу, Гудхелп закинешь. Ренессансу давай. Темнеющая. Войду. И Чингай закинешь определенно. Это как после третьего врезания. Когда он разморозится. Потому что будет три врезания. Если не будет хватать урона. В крест все сбежались. Тотем убираете? Тотем уберите. Вы угораете? Тварь. Я не знаю кого, блять, ну заебали просто. Какой ШП, Джипси или Войд? Минусуй сразу. Что сложного, блять, сразу просто убегать, а? Что сложного уже в кресту стоять, до того, как он улетает, блядь. Да это, блядь, я не понимаю, вот какого хуя, чмыга, бета-тестер, вот какого хуя вы там стоите, блядь? Говорю же, в крест. Встаньте. Вонючая жопа, конечно, приятнее у босса, чем, блядь, убийство у босса. Сказали, блядь, в крест подойти, минус 1000 сейчас. Замечу, кто не будет стоять в кресту, минус 1000 будет тоже сразу. Ну, тут уже бобы не спасут, точнее, диваны, так что можете не закидывать. Три врезания. Сейчас берса будет. На поселение не отправим, пока не убьет нас. Да, берса запустилась. Тебя. Я же говорю, сейчас три врезания. Короче, делаем еще один трай. Кто, блядь, будет тупить, просто сразу идет нахер на замену. И еще минус при этом получит. Мистер Бонд, выбеги, выбежишь никотину, дашь ему там кинжал падает. Хороший. Как ханту стать по жопу, рассказываю, чмыга. Стоишь где-нибудь рядом возле креста. Сказали сбежаться в крест, тут мозгов много не надо. Вон, стоишь, сможешь, мог ты стрелять. Он начинает отпрыгивать, ты сразу бежишь в крест. Тебе не обязательно стать всем в самый крест. Ты должен просто отлететь в эту колонну. Достаточно стоять возле стены, чтобы не было полета долго. Как только он отбросил и начал лететь туда, ты бежишь в крест. Все. Если стоишь на километр от стены, то, естественно, пока ты долетишь до стены, пока ты побежишь, ты не успеешь добежать. Стой в стену и в жопу, и все. Мистер Бонд, выбеги, никотин, заходи. Ставь шкаф, Сацуна, заходи. Чё там? Чё никотин вернул? Купишь спать. Ну я ж рассказываю, как бить. Стоишь, бьешь рядом, сбоку где-нибудь, потом босс начинает отпрыгивать возле стенки, начинаешь бежать в крест, все. Ты должен успеть добежать. Этого времени должно хватить. Плюс у тебя есть отрыв. Да, конечно, принимать. Кушать рыбу. Число, блядь. Кто еще должен был? Кто второй словил? Я не видел, кто второй. Скажи, кто второй был. Ну так Ник, скажи, Ник, Ник. Это ханты получат. Ренессанс. Юра минус ЕП, значит. Готовность на пол.
Блять, соберитесь, заебало уже здесь сидеть по полчаса, блин, и больше. Ему бой. Чего не хватает? Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Все то же самое, все. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, пойдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак... Так, по ССам, если откатились один, кто там часто падает? Вону давай. Но она не падает, молодец. У нее СС есть. Второй из миликов, кто там падал. Джипси, выбежим. Не стойте, РДшники, рядом, тут места хватает. Двигайтесь. Темнеющую надо обязательно прохилить. Зубы можно ей даже закинуть. Он, ну не вставай пока. ТСС должен был быть. Нет СС. Ну, заебись. Сбили гоблина с темнеющим. До сих пор живой. Ну, заебись. Паша с тебя БР Вону, как этот кулдаунится. Конечно, минус. Да я не тебе минус, а минус за то, что она умерла. На Сацуна сбить надо гоблина. Юй до конца дотанчит, Good Help закинь пахлавану уже. Сацуна закинешь, Юй. Все, пошли на свои места. Дали Геру, сыграли все по кислотам. Паша, подними Шону после того, как закопается. Ренессанс, Враска, в луну подбегите, вас разморозит. Юи, прохильте. Нажми айсбаунд, Юи, и темнеющая массакру. На хп дал. Не, не надо. Подними, Паша, Юи. Все. Первая, вторая пачка миликов, идите добивайте жуткую. Все остальные кислотные добивают пока. РДшники уже набрали раньше. Он, ну ребафните. Милики уже с второй пачки тоже убежали, и первая тоже набирает ренджу. РДшники, держите рендж. Набрали ренджу. Рассосите все. Ждем харчка. Пошел харчок, чингай, нажми массакру. Чмыга, выбеги, и эмобой, враска тоже выбеги. Можете бить, только где-нибудь с краю стойте. Возможно, будет второй харчок. Я завис. Все зависли. Разбежались. Возможно, сейчас второй харчок пойдет. Не было харчка.
Твис? Да, Твис. Все. Прохильте всех. Лужа. Да, под лужу смотрите аккуратно. Ее и прохиливайте. Пахлаван, иди. Пахлаван, заберешь ледяного, тоже веди там же, где и били. Били в крест поведешь. И все сразу в крест перебегаете. Петов уже можете убирать. Тотемы поубираете. В крест побежали все. Юи, как сможешь забрать, заберешь. Но ты далеко от босса не будьте. Ближе к боссу. Прохил определенно обалдует от апхайпа. Все, все в крест сбежались уже, можете. Ханты побежали, уже не будет. Ну, быстрее. Хорошо, почти хорошо. Так, все почти вправо убегают. Влево, точнее, кроме Буревестника и Войда. Молодцы. Дайте еще одну Геру. Юи, возьми босса за... уже себе и отбегай назад, чтобы он немного к центру уходил. Пахлаван, когда он дернется... Юи, перетаунти на Троцелси. Хорошо. Все, перетаунти, Пахлаван. Хорошо. Если что, бобы то же самое. Не бобы, точнее, эти... Диваны пораскидывайте. Также Пахлавана прохильте. Крест уже можете все сбежаться. Вот после харчка. Алло, блядь, что за хуйня? Сука! Кого дышало и почему не сняли? У меня КД. КД, потому что второе дыхание. Там 5 секунд КД еще оставалось, когда он начал дышать. Давай будет Сацуна снимать первое. Второе. Да потому что он сейчас, блядь, по-кривому работает, пиздец. Они поломали это ИВК, он по-кривому работает вместо 4 врезаний. 3 врезания сейчас. 2 дыхания стало. Первый, если что, дает Сацуна. ВК тебе оставляет ему. И good help, если что, оставляй ты. Ты ж good help вряд ли давал. Сейчас просто не дал. Freedom. Он в стане дается. Он в любом виде дается. И в стане, и не в стане. Заходите. Сацуна, Ренессанс, Буревестник.